У меня тоже сегодня начало, первый день, вот заехал на такой объект, такой домик, два этажа, сейчас дальше покажу. Весь первый этаж планируется сделать теплый пол, то есть это вот прихожка, лестница на второй этаж, здесь вот гостиная, здесь вот по переду три окна, под батарея будет стоять только вот под этим окном, там не будет, и батарея вот здесь вот будет стоять, тоже панельники. Здесь вот полностью все теплый пол. Здесь вот кухня. Батарея будет тоже стоять только здесь. Там под двумя окнами не будет. Там будет теплый пол, шаг укладки просто чаще. Здесь кухонный гарнитур. Дальше. Это вот ванна. Кстати, вы спрашивали, есть ли у меня дрель алмазного сверления. Есть. Вот она лежит. Вот коронка на 120. Сегодня дымоход сверлил ее. Вон дымоход просверленный. То есть котел Бакси. Ну вот, Рекомфорт со встроенным бойлером на 60 литров. Вот. Сегодня такой вот первый день начал делать. Будет то же самое, как и там на фото. Ну и смонтирована система отопления вот в таком вот домике. Заходим вовнутрь. Первый этаж в основном отапливаться будет теплыми полами. Это вот вход в коридор. Лестница на второй этаж. Во всем доме по первому этажу установлено 5 панельных радиаторов. Вот. Но не под всеми окнами. Здесь под двумя их нету. Только здесь вот один стоит. И вот сюда вот поставили один. А так основной вид отопления это будет теплые полы. Дальше. Это кухня. Здесь тоже стоит один радиатор, панельник. С нижним подключением, с выходом трубы стены. Вот так. Такая вот стена здесь, выпуклая. Под гарнитуром теплых полов нету. Насосно-смесительный узел стоит Валтек. Коллектор с расходомерами на 12 выходов. Идем дальше. Это ванна. В ванной тоже теплые полы. Теплые полы. Один радиатор. Это вот у нас котельная. Котельная. В котельной тоже один радиатор. Плюс теплые полы. Котел установлен Бакси Нувола 3 Комфорт со встроенным бойлером для горячей воды на 60 литров. Так вот обвязан котел снизу. Это стояки на второй этаж. Отопление, горячая, холодная вода. Там вот тройники подпаяны, это вот уходит трубу через стенку туда. Отопление, горячая вода, холодная вода. Так вот все обвязано. Грязевик стоит на обратке отопления в горизонте. Предусмотрена линия рециркуляции горячей воды, установлен насос. Виловский Вилостар, который будет гонять воду отопительную по контуру, по замкнутому контуру.